Без этих даров цивилизации точно не обойтись. Ко дню работников нефтяной и газовой промышленности в правительстве наградили лучших специалистов. Ульяновская область входит в топ-15 рейтинга регионов по программе догазификации. Так, только в прошлом 2022 году на территории региона было добыто почти 600 тысяч тонн нефти. Очень хорошие результаты мы отмечаем в работе газораспределительных сетей. В настоящее время уровень газификации Ульяновской области природным газом составляет 81%. Протяженность газораспределительных сетей достигла 13,5 тысяч километров. От местных жителей принято более 6 тысяч заявок. Например, в Барышском районе газовые службы ежедневно проводят голубое топливо до домов. У нас должно в ближайшие годы газифицироваться порядка 9-10 населенных пунктов. Вот. Также работает догазификация, такая программа у нас есть. До границ земельного участка мы подводим людям. Вот. Это очень помогает людям, потому что кто-то не сможет просто осилить такие моменты, вот 200 метров довести до дома газ. Программа догазификации проводится за счет средств государственного бюджета. Дровяные печки в глубинке постепенно становятся предметом интерьера, нежели необходимостью. Поэтому сегодня хочется искренне слова признательно сказать за их огромную работу. Она связана с эксплуатацией оборудования повышенной опасности. Это тоже мы признаем. Губернатор поблагодарил передовиков отрасли и вручил специалистам благодарственные письма. Виктория Чиркова, Олег Тоньшин. Управда ТВ.